В настоящее время рассматривается вопрос по возможной реорганизации Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России. В первую очередь это связано с тем, что данный вуз, основанный на базе профессионального технического учреждения, характеризуется наименьшим материально-техническим потенциалом и количеством обучающихся. В настоящий момент рассматривается вопрос перевода студентов и курсантов Воронежского института ГПС МЧС России в другие ведомственные вузы. При этом академии, имеющие более высокий статус и более комфортабельную материально-техническую базу, дадут возможность курсантам и студентам получать более качественное образование, а в МЧС России подготовить высококлассных специалистов пожарно-спасательного профиля. Воронежский институт ГПС МЧС России располагает всего одним общежитием, рассчитанным для проживания одного курса. Остальные обучающие вынуждены снимать жилье в городе. После перевода курсантов и студентов будут предоставлены комфортные условия для проживания. Кроме того, при переводе всем учащимся Воронежского института ГПС МЧС России будет выплачена материальная помощь дополнительно, в том числе и проездные документы для нового места учебы. По окончанию учебных учреждений всем курсантам и студентам, поступившим в Воронежский институт ГПС МЧС России и переведенным в другие учебные заведения, будет предоставлено распределение в органы управления и подразделения МЧС России. При этом за выпускниками сохраняется право вернуться в те регионы, откуда поступали в Воронежский институт. Вопрос трудоустройства профессорско-преподавательского состава института будет решаться в индивидуальном порядке.